В ночь с 6 на 7 сентября в Тверском парке Победы неизвестные накренили самолет МиГ-25РБ, установленный в качестве памятника. В кратчайшие сроки военную технику оградили красной предупреждающей лентой и приступили к восстановительным работам. В итоге смонтирована новая опорная конструкция. Она усилит устойчивость и должна предотвратить повторение подобной ситуации. Группа молодых людей, личность которых в настоящий момент устанавливается полиция, была опущена хвостовая часть самолета, в связи с чем нос был задран. В настоящее время самолет поставлен на место. В целях неповторения произошедшего хвостовая часть усилена.